Друзья, всем привет! Сегодняшнее мое видео будет посвящено рыбкам гуппи. Черный монах. Это вот моя молодежь уже подросла, готовится на продажу. Возможно, что на этих выходных через 3 дня, через 2 дня поеду на рынок торговать рыбкой. На Кропоткин они не успели, были еще мелковатые. Ну, в следующий раз, если останется, в Кропоткин тоже привезу на ярмарку. Это я хочу вам поделиться, с вами поделиться своей новостью. Вот сделал первый аквариум, у меня здесь и растения нормальные, и грунта насыпал. Надо будет еще грунта подсыпать. Здесь вот 2 сантиметра, а туда дальше до 5 сделал. Здесь оставил место, чтобы кормить. Допустим, гранулы бросаю, рыбки кушают удобно, чтобы в грунте не закапываться. Также планирую сюда анциструса поселить парочку со временем. Ну а пока это будет вот для гуппи, именно для подроста, малька. Тут такие подростки, в принципе, готовы уже на продажу. Здесь фильтр у них на время видео отключил, чтобы не гудело все это дело. Тут рядом малинезии взял на племя. Ну, посмотрим, пересажу. Сейчас пока вот такой вот первый аквариум. Значит, планирую вот этот верх, видите, тут не доливается, и там такая некрасивая. Надо какую-то юпочку сюда повесить, чтобы она поднималась, убиралась эта юпочка. Ну и будет красиво визуально смотреть. И еще хотел посоветоваться. Вот особенно даже видео по этому поводу и посвящено, чтобы с вами посоветоваться. Вот у меня, видите, здесь фон. Фона нет. Это просто просвечивается аквариум, и там выбелена стена, побелена. То есть вот я думаю, то ли сделать синий фон, то ли сделать черный фон. Хотел сделать, как знаете, вот в зоомагазине продается там растения, коряшки такие узорчатые. Мне ребята говорят, такое не надо. Повесь лучше синяя. В общем, друзья, давайте с вами посоветуемся, что вы скажете, как будет красивее, как будет привлекательней, как будет рыба более раскрывать свою окраску, на каком фоне. В общем, пока вот два варианта, или синий, или черный. Там он, видите, сделал подсветку. Сегодня соорудил подсветку и, в принципе, вот так вот заиграл этот аквариум. Мне это очень нравится, вдохновило. Думаю, дай сниму, покажу. Там вот у меня штатив для съемок, шланги сушатся. Рабочая зона. Тут внизу, видите как, там вот сомы не листятся. Кстати, смотрите, ну тут сейчас свет уже выключил, дело к ночи. Вот такие вот сделал трубки деревянные. Здесь уже сом отнерестился. Это он еще тут воспоминания у него, где сейчас покажу его, кстати, мальков уже заодно раз. Сейчас мы с вами увидим. Так, а как мы их увидим-то? Вот он, малечек, видите, вот он, желтенький один. Там вот тут на стенке еще один. Ну, уже темнеет, плохо видно. А вот еще один, смотрите, какой. Малечек, вот только-только выгнал его с домика. Это он тут меченосцы на подросте. Кстати, меченосец, берлинец флаговый. У меня их тут 2 штучки подрастает. Первый раз дали. Потом меченосцы еще много дали, но вот это флаговые первые. Так что, друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, какой лучше фон. Синий, черный, красный, желтый. Мне кажется, наверное, надо синий ставить. Потому как на черном фоне черной гуппи будет, наверное, не видно. По растениям здесь у меня, значит, папоротник 2 вида. Видите, немножко потемнел листок, но от сегодняшнего дня пошел свет, будет красиво. И анубис. По-моему, это мини-анубис. Вот не знаю, первый раз с ним столкнулся. Вот такой грунт у меня, классика. Я называю это отсев. Ну, вот такая вот красота. Представьте, еще у самцов хвосты откроются. Я бы вам родители показал, но у них там подсветки нет и будет не так красиво смотреться. И вот эти гупики стараются, вот так вот все собирают. Я их покормил где-то минут 30 назад. Возможно, что-то попадало вниз. И можно сидеть, наблюдать долго-долго. Водичка уже, в принципе, почти прозрачная. Я вот там, видите, лимонник узколистный посадил на заднем фоне. Немножко взбаламутил водичку. Ну, как песочек тут поднялся. Сейчас уже, в принципе, успокаивается все. Сейчас попробуем крупным планом что-нибудь снять, кого-нибудь.
Вот, тоже хорошо. У канареек тоже есть там небольшие новости. Первые яйца появились. Я вам на днях сниму видеообзор, покажу канареек. Сейчас пока боюсь спугнуть, как говорится. Но сели на яйца. Дело пошло. Сезон пошел. Друзья, подписывайтесь на канал. Кому нужны будут рыбки, пожалуйста, обращайтесь. Номер телефона 8-928-231-6107. Ассортимент уточняйте. Там скалярии есть. А сейчас вот пока вот такую красоту показываю. До скорой встречи. Всем хорошего настроения. До свидания.